Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире армянский клуб «Мандрия Ланнапуль», армянский сельский фестиваль, сыны Западной Армении Арарат Меркумян, вопросы армян Западной Армении. Не считаю уместным обсуждение вопроса распуска армии обороны, министр иностранных дел Арцаха. Омбудсмен Арцаха призвал чиновников Армении воздержаться от заявлений, противоречащих интересам Степанакерта. Арцах – ограничение услуг общественного питания. Сережа Барсиян завоевал золотую медаль по тяжелой атлетике. Армянский клуб «Мандрия Ланнапуль» в понедельник, 14 августа 2023 года, организует армянский сельский фестиваль. Фестиваль пройдет в «Мандрия Ланнапуль» в парке «Фамилиаль де Робинсон» по адресу проспект Мэра. Начало в 11:30. В рамках мероприятия церемония возле Хачкара, вступительная речь, угощение, блюда армянской кухни, армянская музыка, песни, танцы. Стоимость входа 25 евро. Для брони звоните по следующему номеру 06-24-03-40-58. Детям до 10 лет вход бесплатный. Сыны Западной Армении Арарат Меркумян. Арарат Меркумян родился 1 февраля 1973 года в селе Кармир-Шука Мартунинского района. В семье Меркумяна было шестеро детей. Окончив школу, поступил на заочное отделение Московского юридического института. В 1991 году призван в Советскую армию. Спустя год возвращается в город Мартуни, включен в отряд самообороны Кармир-Шука. Командиры отряда Монте Меркунян и Мовсес Акупян. Арарат Меркунян был командиром роты. В 1994 году награжден орденом Арцаха боевой крест второй степени. Учебу продолжил в Московской общевойсковой академии. Далее поступил на работу в воинскую часть армии обороны Арцаха. Командир воинской части Арцаха. В 2016 году участвовал в четырехдневной войне, награжден орденом Армении боевой крест первой степени. В феврале 2018 года назначен командиром воинской части Министерства обороны Республики Армения. С июля 2019 года глава администрации Мартунинского района. С 2021 по 2023 год занимал должность первого заместителя директора службы национальной безопасности Республики Арцах. Указом президента Республики Арцах от 16 января 2023 года назначен директором службы национальной безопасности Республики Арцах. За предоставленную службу перед Республикой Арцах во время 44-дневной войны 2020 года президент Республики Арцах Арай Крутинян присвоил Арарату Микаэловичу Меркумяну высшее звание Героя Арцаха, воинское звание генерал майор. Вопросы армян Западной Армении. Уральская дикая пшеница. До недавнего времени этот вид считался эндемиком Армении. Единственное место страны СНГ, где растет пшеница, окрестности сел Гегадыр, Вольхчаберт, Джервеш, также Кутайская область. В настоящее время имеются данные, что пшеница Урарту растет и в Иране, Западной Армении, Ливане и Сирии. Данный вид пшеницы вызвал большой интерес. Считается важным компонентом образования твердой гексаплоидной крупы. Существует 6 родных разновидностей пшеницы. Раскрываются новые особенности уральской пшеницы, к изучению проявлен большой интерес. Следовательно, сохранение пшеницы имеет первостепенное значение. Не считаю уместным обсуждение вопроса распуска армии обороны министра иностранных дел Арцаха. Говорить о распуске армии обороны Арцаха нереально. Об этом во время видеомоста Ереван Степанакер заявил министр иностранных дел Арцаха Сергей Казарян. Кто знаком с конфликтом, знает, что армия обороны – гарант безопасности народа Арцаха. В этом мы убеждались неоднократно. Подобные требования, особенно в условиях усугубляющейся агрессивной риторики и провокации, нереальны. Если судить по риторике бакийской стороны, они постоянно заявляют об этом. Вчера президент Баку вновь заявил об этом. Армия обороны обеспечивает безопасность народа Арцаха, подчеркнул Казарян. Правительство Западной Армении уже касалось темы последних обсуждений относительно независимого Арцаха и мнений различных должностных лиц. Еще раз напоминаем, независимый Арцах – это регион государства Армения, созданный по госзаконам в 1919 году, признанный в 1920 году более 20 государствами. Арцах имеет самостоятельные государственные органы. Армия обороны Арцаха – одна из структур, выполняющая функции защиты безопасности и территориальной целостности коренного народа. Любое заявление о распуске армии обороны Арцаха мы воспринимаем как вмешательство во внутренние дела независимого государства и угрозы безопасности коренных народов и территорий. Правительство Западной Армении возбудило дело против Баку в ЕСПЧ касательно данных вопросов. Требуем воздержаться от любых посягательств на государство Армения.
Омбудсмен Арцаха призвал чиновников Армении воздержаться от заявлений, противоречащих интересам Степанакерта. Желательно, чтобы чиновники Армении воздержались от заявлений, мешающих общему делу и интересам Арцаха и ставящих под сомнение право на самоопределение. Отвечая на вопрос о заявлениях некоторых правительственных чиновников и депутатов Республики Армения о признании Арцаха в составе Азербайджана, заявил в ходе телемоста Ереван-Степанакерт омбудсмен Арцаха Гигам Степанян. По словам омбудсмена, эти заявления потом цитируют международные коллеги. В нашем случае это право равно праву на жизнь. Общественность и чиновники Республики Армения должны предельно ясно понимать происходящее, серьезность угрозы. Реакция и спокойствие Республики Армении и диаспоры для меня неприемлемы. Вновь призываю воздержаться от противоречащих интересам Арцаха заявлений. Если не можете помочь, то хотя бы не мешайте. Правительство Западной Армении поддерживает точку зрения Арцаха. Арцах никогда не был и не будет под властью Баку. Арцах – провинция независимой, свободной Армении, так же, как Восточная Армения, Джавах, Нахичеван. Мы сильны своей целостностью и единством. Мы коренной народ нашей территории. Без четкости окончательных границ государства Армении геополитический баланс не будет достигнут. Призываем прекратить противоречащие интересам Арцаха заявления, которые напрямую касаются наших общих интересов. Власти Арцаха вновь запретили ресторанам организацию и проведение праздничных мероприятий и похоронных церемоний, так как нехватка еды в связи с полной блокадой Бердзорской дороги со стороны Баку усугубляется. В магазинах отсутствует сахар, мыло, стиральный порошок. Цены на кондитерские изделия выросли в 5 раз, сообщила жительница Степанакерта Сильва Хачатрян. По словам жительницы, с 15 июня цены на растительное масло и лекарства выросли вдвое. С 15 июня после стрельбы у азербайджанского КПП возле моста через реку Кари, являющуюся отправной точкой Бердзорской дороги, власти Баку запретили поставки помощи в Арцах. Россия и Евросоюз призвали Баку снять блокаду. Блокаду армянская сторона считает грубейшим нарушением достигнутой под эгидой России договоренности об окончании войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. 23 июня Евросоюз заявил, блокада напрямую угрожает жизнеобеспечению местного населения и вызывает серьезные опасения потенциального гуманитарного кризиса. Представляющий Армению тяжелоатлет Сережа Барсиян завоевал золотую медаль на проходящем в Кишиневе чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет в весовой категории 67 кг, показав результат 278 кг. Сережа Барсиян первый при рывке и толчке. Армения завоевала третью медаль в двоеборье. Жора Григорян – золотой призер, Карлен Давтян завоевал бронзовую медаль. И в завершении новостей послушаем ансамбль гусанской народной песни «Аварай Даштеш». Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!